заменил все диоды и компоненты и решил сделать гидроизоляцию полную. Сейчас залил с этой стороны компаундом пока 68-м двухкомпонентным. И потом этот подсохнет, бандаж сниму, поставлю фонарь и залью полностью, чтобы не было воздуха вообще в нем. Значит, светодиоды. Беспроигрышный вариант, уже много чего реставрировал этими диодами. Вот моделька. Чипы DPBL FL7615 ORC. Это 3000 МКД светимость его и ультракрасный он. Много чего реставрировал. Вот прямо настолько достойные диоды. Во-первых, всегда обычно, если 20 миллиамперники такими меняешь, это уже вечные однозначно. Немножко про компаунд. Вот так он пропитывает бумагу, она становится полностью прозрачной. Это про адгезию этого компонента, даже когда уже немного полимеризованный.